Всем привет, ребята! С вами Ежаня. Отличнейшего вам настроения! Сегодня пооткрываем разные контейнеры. Вот сегодня у нас чисто open case. У нас в продажу залетели мистические контейнеры, мои любимые. Сегодня пооткрываем их. Вообще посмотрим, что из них падает. Там 5% шанс выйти на танк. Плюс из контейнеров может выпасть золото, может выпасть премиум аккаунт, свободка. Сегодня все это пооткрываем. Посмотрим, откроем много контейнеров. Также сегодня хочу открыть киберспортивный контейнер. Покажу вам, что из них падает, да. Там вообще 10% шанс вытянуть танк, поэтому... Ну, еще пару камуфляжей откроем с камуфляжем. Давайте, наверное, с них и начнем. Вот они у меня, эти контейнеры, валяются в хранилище. Откроем пару контейнеров с камуфляжем, которые сейчас можно тоже, кстати, забирать там за вот эти вот, получается, осколки, да. Так, давайте откроем. Первый пошел. Что нам падает? Камуфляж Урбан. Интересно, такого у меня еще не было. И давайте еще один сразу откроем. Может, что-то годное выпадет. И камуфляж Вертиго. Ну, такой у меня уже на СТБ-1 есть. Так, хорошо. Сейчас мы давайте закупимся, так сказать, контейнерами мистическими. Что важно знать про мистические контейнеры? Есть несколько предложений за золото, и я вам скажу, что выгоднее всего брать те, которые подешевле. Обычно как, да, то есть на акции вы берете что-то, где, ну, самое дорогое, да, и у вас вроде как должны быть контейнеры там дешевле. Здесь все с точностью наоборот. Самые дешевые предложения, самые выгодные. То есть, да, видите, два мистических контейнера за 500 голды. Это значит, что каждый контейнер стоит 250, да. Дальше 5 контейнеров за 1500. Это значит, что у вас по 300 золота уже, да. Здесь уже не 250, а 300 стоит каждый контейнер. Дальше здесь 333, здесь 346 и 352. То есть, чем дальше, тем дороже. Поэтому советую вам сначала выкупать вот эти, которые подешевле предложения, а потом уже самые дорогие, если вам уже не хватит. Но обратите внимание, что вот эти самые первые предложения можно купить только один раз. Давайте купим и пооткрываем. Сейчас нам начислят их. Так, давайте еще вот это купим за полторушечку. Сегодня много пооткрываем, реально много хочу открыть, действительно много. Но есть очень хороший шанс вернуть оттуда какую-то хотя бы часть голды. Вот, и сегодня я вам это продемонстрирую. Сейчас я потратил 9500 золота, ну нехило тогда, но я надеюсь вытянуть какой-то танк и вернуть часть голдишечки. Так, закупились, да, и сейчас будем открывать. Вообще не сказал, почему же я люблю мистические контейнеры. Все любят почему-то открывать контейнеры «Собери их все». Здесь они тоже продаются. И стоят, ну, достаточно недешево, да, 500, получается, голды за один контейнер. По сути, мистические контейнеры — это усовершенствованная версия, то есть, как бы, контейнеров «Собери их все». Поэтому я их и люблю. И «Собери их все» не падает там голда, вот, и остальные плюшки интересные. Там чисто такие бустеры и ничего особенного. Хорошо, давайте начнем с киберспортивного контейнера. Очень интересный такой контейнер за монеты вот эти, которые получаются в турнирах, да, или в рейтинговых боях. Накопил 1500 монет и вот купил один контейнер. Сейчас посмотрим, что же из него выпадет. Поехали. Давай танк какой-нибудь. Эх, жаль, танк. Нет, танк выпал! Лансенце! Да, отлично! Смотрите, я думал, одна награда выпала, вторая. Думаю, ну сейчас третья какая-нибудь выпадет не очень. Да, мне выпал танк, ребята, поздравьте меня, мне нет Лансена С. Это очень круто, да, не зря я купил этот контейнер. Фух, вау, так, я уже доволен, отлично, еще 29 контейнеров. А у нас, видите, сегодня 30 контейнеров с танками, вообще шикардос. Давайте посмотрим на Лансен С, где он там у нас. Восьмерочка наша новая, да, красивая, сейчас мы его найдем. Сахатый наш, вот он, красавчик, смотрите какой, симпатяга. Сахатый я его называю, потому что на него есть камуфляж вот этот вот с лосем. Сахатый, прикольный танк. Хорошо, давайте еще пооткрываем, посмотрим, что у нас там выпадет. Я уже чувствую удачу, поехали. Первый пошел, мистические контейнеры. День према, ну это совсем плохо, ну представьте, да, то есть как бы я потратил там 300 голды, да, к примеру, в среднем, да, на этот танк. И мне был день према, ну такое, ну давайте еще, поехали. Ну, 100 тысяч кредитов, ну прям слабенько. Голда не возвращается пока. Так, день према. Ну, блин, что-то пока слабенькие награды. Видимо, на Лансен С немного исчерпал свою, так сказать, ну, запас удачи. 7000 свободки. Ну, прям совсем плохо. Хорошо, давайте еще.
О, мистический сертификат, да, есть. Это значит, что еще какой-то танк мы сегодня вытянем. Мистический сертификат означает, что мне по-любому выпал какой-то танк. Ну, я еще не знаю какой, мне надо будет этот сертификат использовать. И там будет какой-нибудь танк, премиумный или коллекционный, от 5 до 10 уровня. Отлично, так, я уже доволен, шикардос, поехали дальше. Вот, это все круто. И в конце видоса, конечно же, эти мистические сертификаты мы используем. Так, 2 дня према, ничего особенного. Поехали дальше. Блин, ну Лан Цин Цэ, это класс, я вообще я в восторге. 7 дней према, ну слабо, слабо, честно. Я хочу голду, голда, видите, как не падает вообще. Вот, хотя должна падать. Аватар ловец молнии, ну что это вообще. Ладно, хорошо. Открыл уже целую кучу, но видите, как пока только один танк выпал. Вот, но голда не падает вообще, обратите внимание, что да, есть шанс выпадения голды. Причем там такое, раньше с мистиков постоянно падало золото, я возвращал, ну, половину из того, что потратил всегда. Вот, сейчас, видите, как, ну, не падает, к сожалению, не знаю почему. Ну, видимо, что-то перебалансировали, и голда вообще не падает. 100 тысяч кредитов, ну, это слабо, слабенькие награды. Хорошо. Давайте еще. Ну, я хочу еще, может, еще что-то выпадет. 3 дня према. Нет. Давайте. Давай танк, ну. 200 золота. Вау. Ну, ничего себе. Вернул 200 золота. Ну, да, это слабо, слабо, слабо. Ничего, все равно приятно. Хоть что-то из голды я вернул. Так, отлично. Еще 100 золота. О, видите, голдишка начала падать. Хорошо, нормально. Но это я уже открыл сколько контейнеров, да? 75 тысяч. Вообще слабо. Так, хорошо. 200 золота. Так, ну 500 золота, видите, мы уже вернули. Но пока что это не очень хорошо. Раньше я возвращал по 1000, ну по несколько тысяч, я бы сказал, вот с такого открытия контейнеров. 500 золота. Еще 200 золота. 700 уже. Видите, начала голда падать только после какого-то определенного количества контейнеров. Вот странно, да, казалось бы. Так, кредиты, хорошо. Ну, хоть еще один танк, давай, я кучу контейнеров купил. 4000 свободки. Ну, давай. Опять 4000 свободки, что такое, ну. Блин, ну, честно говоря, если мне не выпадет ничего хорошего из мистического сертификата, это значит, что я потратил 9500 голды, ну, сейчас уже там поменьше, да, на какой-то не очень хороший танк. О, отлично, еще один сертификат, есть, шикарно, о, я уже доволен, шикардос. Фух, хорошо. Ну, может, еще один выпадет? Отлично, это еще плюс 2 танка. Ну, надеюсь, выпадут такие, которых у меня нет. Так, отлично, отлично, отлично. 500 голды. О, вот это уже хорошо так вернули, да? То есть, в принципе, уже больше 1000 голды я вернул. 1200, по-моему, да, уже получается. Нормально, нормально. Так, хорошо. День према. Ну, может, еще один сертификат дашь? Азиазия. Нет, 200 тысяч кредитов. Ну, для тех, кто вот недавно играет, для того, конечно, эти награды очень-очень подойдут. Ну, плюс тут постоянно падают видеосертификаты на свободку, их можно потом объединять, и будет много свободного опыта. Кстати, копите свободный опыт на Новый год. Скоро будет у нас, скорее всего, открытие будет контейнеров на Новый год за свободный опыт. Поэтому нужно много свободки. У меня там уже 1 000 000, наверное, свободки почти. Вот, я коплю, все коплю на Новый год. Так, ну что, 2 контейнера осталось, да? Еще один. Ну и давай, может, хоть что-то выпадет интересное. 200 голды. Хорошо. То есть, короче говоря, примерно 1500 золота мы вернули, да? То есть, получается, я потратил не 9500 голды, а примерно около 8, да? И мне выпало 2 сертификата на танки, да, мистических. Здесь может именно быть танк от 5 до 10 уровня. Вот, ну, Лан Цин Цэ я вытянул, собственно говоря, из другого контейнера, поэтому тут мистические сертификаты у нас не считаются. Фух, ну что, готовы? Я не готов. Ну, поехали, откроем, посмотрим, что нам все-таки выпали за танки. Это самое интересное. Открываем. И что нам выпадает? Чифтейн МК-60! Вот это вообще шикардос! Отлично, просто шикарно. Ух, класс. Вот это вот то, что я хотел. Вот, ребята, я потратил 8000 голды. Как вы думаете, это стоило того, чтобы вытянуть десятку именно Chieftain МК-6? Я считаю, что очень даже стоило, потому что этот танк реально стоит там, ну, 15-20 тысяч голды, когда продается. Вау, это очень круто. Я просто в восторге.
плюс Lancet C уже есть. Ах, вообще классное открытие. Мне дал, я уже просто несколько раз открывал контейнеры и вообще на видосах даже открывал, и мне ничего не выпадало. Сегодня прям мой счастливый день. Вау, шикарно. Фух, так, ну давайте, еще один танк, еще одну десятку, да, было бы круто. Супер Конквер, да, класс, еще одна десятка, вообще, поздравьте меня, ребята, 8000 голды я потратил и вытянул два танка 10 уровня, коллекционку и прем, вообще шикардос, просто, я просто в восторге. Фух, поздравьте меня, пожалуйста, напишите мне какой-нибудь приятный комментарий, мне было бы очень приятно. Ай, дети, ребята, я уже просто хочу на них покатать, они просто шикарные. Фух, Чифтейн, Супер Конквейрор, класс, у меня этих танков не было. Я просто в восторге. Ребят, надеюсь, вам понравилось сегодня открытие контейнеров, просто отвал башки, плюс еще Lancet C выпал. Класс, этих танков у меня не было, я просто очень доволен, надеюсь, вам понравилось. Не забудьте поставить видосику лайк. И подписаться на канал, будет еще много интересного, стараюсь максимально прикольные видосы для вас делать. Спасибо, что смотрели, всем пока.